Краеведческое объединение «Истоки» при Свято-Успенском монастыре существует более 10 лет. Это единственное объединение в городе, которое знакомит ребят с профессией экскурсовода и дает им практические навыки по ведению экскурсий. После 3 лет обучения и сдачи теоретического экзамена и практики учащиеся получают сертификат, который дает им право самостоятельно проводить экскурсии по городу и монастырю. Кроме того, в объединении знакомят и с основами исследовательской работы. Каждая работа над текстом – это поиск нового материала. Это очень помогает детям и в учебе. Наши ребята становятся победителями олимпиад по многим предметам. В частности, уже много лет наши экскурсоводы – победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Краеведческое объединение «Истоки» активно участвует в подготовке стендов для будущего музея «Саровская пустынь». Также «Истоки» работают и по направлению «Краеведческий туризм». За время существования объединения преподаватели и учащиеся организовали 11 экспедиций по Нижегородской области, самостоятельно разрабатывали маршрут, собирали как уже известную, так и новую историческую информацию. Для меня очень важно еще одно направление нашей деятельности. Это школа будущей хозяйки. Дело в том, что ведь не все же будут экскурсоводами, но, как правило, женами становится большинство. И вот как воспитать в девушке вот такие удивительные качества, которыми обладает всегда русская женщина – скромность, трудолюбие. Я думаю, это через практическую деятельность. В школе будущей хозяйки девочки учатся готовить различные блюда, занимаются рукоделием и изучают правила этикета. Занятия проходят 1-2 раза в неделю для детей от 10 до 16 лет. Также на базе духовно-научного центра действуют и другие объединения. Иконописная мастерская Лики, музыкальная студия «Дар», школа рукопашного боя имени благоверного князя Александра Невского. А для взрослых работают золотошвейная мастерская «Светлица», историческое объединение «Саровская пустынь», школа церковного пения «Благо». Обучение в подразделениях духовно-научного центра бесплатное. Справки по телефону 8-910-384-1704. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.